С любовью из Италии. Высококачественная профессиональная техника, аксессуары и инструменты. Итальянский бренд Кадини создан нести красоту и здоровье вашим волосам. Спрашивайте профессиональную технику Кадини в специализированных магазинах города. С Кадини вы можете быть уверены, что сделали правильный выбор. Привет всем, меня зовут Анна, я работаю в очень интересной сфере шоу-бизнеса, поэтому каждый день я должна выглядеть не чопорно, очень привлекательно и чуть стервозно. Каждый день образ должен быть разный, поэтому я здесь хочу попросить консультацию Райка, как выглядеть на все 100 каждый день. Здравствуйте, меня зовут Алла. Я в своей жизни занимаюсь сейчас тем, что воспитываю внука, я на пенсии и все время свое посвящаю ему. В Инстаграме я увидела, что требуются модели, ну, к знаменитому стилисту. Как бы я не поверила своим ушам, когда мне ответили, что да, можно посетить этот салон. И вот я здесь, в этом салоне прекрасном. Я хотела бы поменять полностью свой облик. Ну, чтобы быть красивее и привлекательнее. Всем привет! Меня зовут Катя, мне 24 года. Я молодая мама в декрете. Давно хочу измениться на все 100. Давно слежу за программой, хотела всегда участвовать в этой программе, а теперь мне выпал такой шанс, и я хочу измениться на все 100. Здравствуйте, мои любимые телезрители! Снова с вами я, ваш любимый Арай Крис, ну и наша любимая программа «На все 100». Сегодня у нас проходит планерка прямо здесь, и сейчас мы решили вместе решить, что же мы приготовили для того, чтобы наши звезды, клиенты сегодня стали самыми лучшими. Так, Люси Прекрасная, какой у тебя план-проект? Там волосы достаточно такие прямые, тонкие. Что ты готова... Ты уже решила? Да, я уже решила. Мы освежим наш цвет волос и с помощью стрижки изменим полностью стиль и образ нашей модели. Потрясающе. Кира? Мы тоже сделаем стрижку, которая полностью изменит, и поменяем цвет. Потрясающе. Так, Лилиана, что ты нам расскажешь сегодня про тенденции весны? Да, я расскажу о тенденциях в макияже. Из Анечки мы сделаем звезду. А остальные герои, я подчеркну, достоинства и индивидуальность. Да, недостатки. Да. Ну, я сегодня расскажу укладку, про которую нужно будет вам знать, и будет очень легко вам сделать его достаточно самой в домашних условиях. Ну что, пойдемте работать. Итак, с помощью сухого лака и расческу с маленькими зубчиками мы приглаживаем весь наш хвост от начала и до конца. Приглаживаем очень красиво, чтобы было гладко и ничего нигде не торчало. Это можно делать обычной расческой, которая у вас есть дома, либо взять у кого-нибудь. Особенно такие расчески бывают у мужчин. Вот, завязали красиво. И приступаем к укладке. Что нам потребуется? Нам сегодня потребуется потрясающий инструмент от нашего любимого Кадини Про, чем мы уже привыкли работать. Мы будем делать очень красивые большие волны. С помощью пальцев раздвигаем, слегка фиксируем. И держим. Получаются очень интересные волны в стиле 90-х. Поэтому я думаю, что на любой корпоратив, на любое мероприятие, где вам нужно выглядеть абсолютно стильно, ну и, как сказала наша потрясающая модель, чуть-чуть стервозно, эти волны подойдут для любого образа.
or MySpace or Facebook. Расчесали, получили вот такой объемный хвост, и снизу мы берем прядь и прикрываем нашу вот красивую черную резинку. Кажется, первая модель уже готова для того, чтобы повернуть ее к зеркалу, и мне кажется, она будет счастлива. Как ты думаешь? Да. Ты будешь рассказывать что-то, что ты сделала? Да, сегодня я сделала такой яркий вечерний макияж. У нас на губах очень модная в этом сезоне помада цвет бордо, такой с вишней. И у нас очень красивые стрелки. Я хотела бы сказать, что этот макияж очень актуален сейчас. То есть у нас яркие выраженные губы, и глаза подчеркиваются стрелочками. Мне кажется, потрясающе. Наверное, оцените вы эту работу. Ну и, конечно же, наша любимая модель. Да. Ой. Блин, я так знала, будто офигенно. Настолько восхитительный и необычный именно для меня, это да. Мне очень понравилось и участие в этой передаче, и Араик, и вся команда. Спасибо. Самир, пожалуйста, расскажи, что ты как увидела и как ты решилась на то, что ей нужно выглядеть именно вот так? Как я уже говорила, что, вот знаете, благодаря тому, что мы сделали именно такую стрижку, мы подчеркнули ее лицо, ее глаза и ее очень прекрасные черты лица. И главное, ее молодость. Ее молодость, да. Я считаю, что вот с цветом, в принципе, можно остаться таким, какой он есть, потому что он ей подходит. И мне кажется, что вот, ну, пока мне не хочется ничего ей менять. Единственное, вот стрижка, конечно, нужно, можно и дальше, конечно, раскрепоститься, можно и даже покороче допустить себе. Ну, я надеюсь, что она ценит. Так, что вы скажете, наша потрясающая Лилиана прекрасная? Расскажите, почему такой макияж и как вы думаете в дальнейшем, что ей нужно для того, чтобы она выглядела с этой стрижкой, с этим цветом волос в домашних условиях более красивее или нужно ей на этом же уровне остаться? Да, я сделала макияж дневной
легкие. Хотелось бы сразу сказать, что вам нужно обязательно покрасить брови более темный цвет, потому что вы такая яркая, жгучая брюнетка, у вас уровень кожи, тона кожи единичка, и получается на контрасте брови нужно подчеркнуть. То есть, бровей не было. Бровей да. не было. Я подчеркнула брови, подчеркнула ресничный ряд и дополнила образ розовой помадой. Почему розовая? Потому что вот увидела здесь красивый цветочек. Весна. Хочется перемен. Ну так покажем же, на что способна наша команда. Я так боюсь. Тихо. Может, волокордин, волокордин. Хоть что-нибудь скажи хотя бы. Мне не понравилось. Вообще не понравилось? Да, это не... И макияж, и стрижка? Я не готова к этому просто. Расскажи свои эмоции, говори все как есть, потому что любая работа, она должна обсуждаться всегда. Нравится, не нравится, мы же делаем так, как нам нравится. А как тебе нравится, не нравится, ты должна говорить честно, что ты плачешь сейчас, потому что... Давай. Ну, спасибо большое всей команде, стилисту, моему парикмахеру. Все хорошо, это мой опыт, но я просто не привыкла к такой прическе. Я никогда не была с такой прической. Поэтому мы просим вас, наши любимые телезрители, поддержите нас на портале rostovlife.ru и напишите комментарии, стоит ли ей оставаться в этом образе или все-таки отпустить длинные волосы, сделать обычную челку, убрать яркие брови и ходить, как она и была. Мы все ждем очень сильно ваши комментарии. Живое общение, живая работа. Очередной раз мы доказали то, что здесь все обычные люди. И каждый, именно сидя, смотря на себя в телевизоре, можно оказаться здесь у нас. Поэтому живые эмоции здесь сейчас. Я думаю, что вашими комментариями вы дадите полный ответ нашей героине. Она почитает и узнает, стоит ей оставаться так или так. Пока мы не можем голосовать в зале, но мы надеемся, что дома ей скажут, что она стала намного лучше. Последняя наша сегодня звезда, элегантная такая, не могу тоже просто ее взять и сейчас отвернуть, неожиданно, какой будет результат, оценен работу нашу, но первым делом хочу узнать у тебя, Кира Прекрасная, расскажи, пожалуйста, что, как, к чему и для чего. Ну, мы сделали короткую стрижку, как видите, чтобы подчеркнуть все черты лица, чтобы наша героиня забыла про заколочки, резиночки, ни в коем случае ничего такого. Очень красиво, и так намного лучше. Однозначно. И плюс, самое главное, что ни в коем случае не забываем про оттенок, который модно в этом сезоне. Это грязное золото в шоколаде. Абсолютно в любых оттенках, начиная со второго уровня и заканчивая 12 уровнем. Это для вас, мои любимые телезрители-парикмахеры, мои коллеги-профессионалы. И, Лиляна Прекрасная, расскажи, пожалуйста, про макияж ты. У нас сегодня лифтинг-макияж. Нужно всегда помнить об одном правиле. Если у нас лифтинг макияж, то есть, который идет после 40 лет, мы используем только теплые оттенки. То есть я подчеркнула красоту и свежесть персиковыми румянами, персиковой помадой. Также мы наклеили реснички и обязательно красить ваши брови под ваши волосы. То есть если вы меняете цвет волос, если вы брюнетка, то у вас брови должны быть на тон светлее. Если вы блондинка или русая, тогда у вас брови должны быть на 2 тона или на тон темнее. Для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Ну что, дамы и господа, покажем же, на что мы способны. Девушка, вы что? И сколько вам лет? Я с вами домой не пойду. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Самое главное, спасибо вам за доверие. Спасибо, за доверие. Да. Спасибо большое. Звезда.
звезда. Как хорошо быть звездой. Спасибо вам большое. Спасибо. Все сто. Мне очень как бы приятно. Такой хороший коллектив здесь. И, в общем, сделали так, как я хотела, как я никогда не была. Вот так. Спасибо всем. Ребята, я вам хочу сказать каждому из вас огромное спасибо, знаете, за то, что, мне кажется, мы теперь одной командой, мы стали чувствовать, что нужно делать. И я уверен, что сегодня, после нашего эфира, пойдут очень много комментариев, кто за, кто против. Я думаю, что каждый из вас сегодня вложил частичку души в вашу работу. С вами была Рай Крис, программа «На все 100», телеканал РБК, RostovLife.ru и на Ростов ТВ. И вся моя любимая профессиональная команда. Спасибо вам. Пока-пока. С любовью из Италии. Высококачественная профессиональная техника, аксессуары и инструменты. Итальянский бренд Кадини создан нести красоту и здоровье вашим волосам. Спрашивайте профессиональную технику Кадини в специализированных магазинах города. С Кадини вы можете быть уверены, что сделали правильный выбор.